Хей, окей, с вами Шимки, и мы продолжаем пройти игру по названию Darksiders 2 Dead Edition. Бля, мне пришлось заново проходить вот ту мини-головоломкой, но она довольно легкая, ну, была с... Ну, с центральной, где уже очищающий вот этот портал. Мне, короче, да, крашнулась игра, потому что я не нажал Escape. Ну, что же таится за этими вратами? Давайте узрим и посмотрим. Ну, там комнатка довольно маленькая. Серьезно? Еще одна реликвия. Так, ну их куда-то можно передвинуть. О, я вижу. Могу я вместо вот этого... Так, что я могу с вами... А их нельзя передвигать? Ой. Мне показалось, что можно. Ай, мощно. Так, я на водичке. Мне нужно тоже мощную юзать. Хотя нет, давайте я сначала туда попаду. Так, это у нас сундучок. Хорошо. Обычная коса. А не синенькая. Тогда почему-то не светилась. Ай, ладно. Напульну отсюда. Так, мощную. Так. Готово. Теперь... Пистолет в руки и вперед. О, какой пойдем наверх, ну. А нам, смотрите, мы уже до конца дошли, по идее. Вон у нас остается, вон, наверху. Сама башня какая-то. Подзагрузочка. Сохранение. Смерть близко. Он тоже заражен порчей. Джаймейра книжник. Окей. Ой, ты ж гомнюк. А как мне тебя только пистолетом атаковать? Да там один мощный выстрел. Челик, я сейчас ультану. Я не шучу. А, стоять, так я понял, что нужно с ним делать. Тю. Сейчас мы все провернем как надо. Готово. Ой, тихо, я не приготовился.
Ребята, вы мешаете. Ребят, извините, вы мешаете. О! Бэм! 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 Черт, давай еще раз. Давай, давай, давай. 5 сек. Так, кажется, я успел. О! Стоять, так ты пуляешь лазером, да? Чел, ну... Почему портал закрылся? Отлично. Отлично, отлично. Все, челик, ты в минусе. Он как снаряд наш летел, а что-то звук был. Где находится ключ? Пощади всадник! Где он? Пожалуйста, я все расскажу. Может, еще расскажи, где страницы все остальные находятся? Это все хаос. Даже самого благородного из нас покинул рассудок, и он взялся за меч. Это случилось с Архонтом. Это случилось со мной. Архонт. И все из-за этого проклятого бассейна. Ими неспроста запрещали пользоваться. То, что он в нем увидел, повредило его разум. От него начала распространяться порча. Он устроил в этом замке настоящую бойню, претендуя на свою чистоту. А потом Архонт сбежал в хрустальную башню. И забрал с собой ключ. Окей. Мортис. Мортис — это наруч, содержащая защитный доспех и оружие нападения. С древних времен Мортис защищал своего владельца от любых атак, направляя точный разряд смертоносной энергии в противника. Кажется, у меня такая же перчатка была, да? Это ведь так, да? А нет, это у нас кулаки Эльзара. Эль-Азара. Так, мне нужен торговец, мне нужно все вот это продавать. Это дельцы. Блин, защита, да, минус будет у меня. Такое. Да, вот хорошие косы, по урону, в принципе, нормально. Блин, ну, если была бы защита на них, тогда бы я их юзал. А так, увы. Увы, увы, увы. Я бы здесь, допустим, спрятал какой-то кристальчик, который мне нужен по доп. Миссии. Но я его не вижу. Так, ладно, быстрое перемещение. Полетели отсюда. Ой, как раз к торговцу полечу. Да. Продадим с вами все, что у нас есть ненужное, кроме фиолетового дропа. Вдруг мне выпадет из ларса еще какая-то охерительная штука, и я ее замочу. Ладно. Еще коньяки это все сделаем.
ли... Я решил, что могу еще кое-что продать тебе. Не, ты должен купить у меня. Пятель. Значит, ну тогда... О стене все продам, да и все. Вот твои деньги. Еще довольно хорошо покупать все эти окровавленные и забытые. Ну 40 тысяч амулеты. Почти как я. И вот этот талисманчик. И их тоже всовывайте в эту херь. Довольно тоже прибыльная идея. Так, я видел там, что... А, тут вообще нихера. Так, продать. Нахера мне тут зеленая. По второстепенному оружию. Вот твои деньги. Все, готово. У нас там 50 с чем-то кусков. Смотрим по инвентарю. Нормально, нормально. Все остальное хорошо у нас. Так, а дальше что делаем? Поднимаемся к нашему Герычу, чтобы он нас отправил к кристальной вот эту местность. Кристальную башню. Да что там того? Быстрого перемещения туда нету. Поэтому бежим туда на своих двух. Так. Это минус время. Вон та башня, в которую нам, по сути, нужно попасть. Или мы там только что были? Ключ, Архонт. Я знаю, что он у тебя. Он мой! Даже если он попытался бы меня заставить, я не смог бы уничтожить ключ. Ты должен понять, всадник. Я сделал то, что был должен. Открыл источник. Охранял ключ. От вопросов, которые они задавали. И от тебя. Это что, еще одна битва с боссом? Только я могу обладать ключом. Походу там. Пусть божественный свет уничтожит тебя. Архонт. Вау, 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 вау. Это сейчас серьезно? Это вы сейчас серьезно? Вау, вот это херь мощная. Это он херь вытворяет. Что он делает? Что он делает? Я не понимаю. Там она, тихо, успокойся.
типа, я не понимаю. Ой, ну в последний, ладно, момент. Удалось. Это... А это типа у него уже вторая фаза, да, пошла? Когда ему даже немного хп отнял только. Бам. Бам. Добивание. Минус крылышки у парнишки. Хер ты взлетишь больше, челик. А, вау. Тихо, он что-то творит. Бим. Вот это плохо. Тихо, я понял. Проходящий. Это урон проходящий. Бэм! А, я тебя понял. Давай, это нормально. Он хочет, чтобы я ультанул. Давай, бей. Так, он убегает. Добивание. Новая компания, гробница Аргула, открыта. Так, преданный хранитель костей. Аргул был так низвергнут и так с престола царства мертвых, лишился своего источника силы, местонахождение которого до сих пор так остается неизвестным. Доступ к данному контенту возможно со страницы. У нас уже есть две с вами, получается, локации. Две локации. Но это именно DLC локации. Так, вороний молот Флетчера. Молот отважного воина из глубины прошлого, чья мощь впиталась в эти темные сталь. Он был отлив во время расцвета темных искусства. А воин, его носящий по легенде, притворился в ворона и исчез. Так, ангельский ключ. Этот священный ключ позволяет пройти к источнику душ. Окей. Что нам теперь есть? Молот. Ну, в принципе.
Ну, если его сейчас заострить, может быть, он что-то и годное даст. Сейчас посмотрим. О, блин, я ж... Не, я его не продал, фух. Я что, заюзал тот? Вы издеваетесь? Класс. Ладно. Улучшить. Бага. Мага. Бага. Улучшить. О, заюзаю. Готово. Все. На максимум. Итого. Здесь у нас урон 533. 475. 533. Здесь уже 500. Это по-любому случаю. Защита 117, крит урон 29. Урон холодом и сила. Сила 30. Ну блин, давайте я посмотрю, конечно, как он выглядит. Ну как молот молотом. Ну то, что типа там урон хороший, понимаете? У этого молота. То есть у него урон сколько? В... 62 получается урона больше. Но и плюс здесь крит урон есть. Но здесь у нас защита. А защита это... Не хухры-мухры. Текс. Что мы теперь делаем? Отправляемся с вами... Древо жизни. Отправляемся к древу жизни. Попробуйте сочетать. Мне придется идти одному. У меня ключ ангелов. Твоя миссия близится к концу. Расчистить путь. Но ты должен найти второй ключ. Ключ демонов. Осторожно. На этом пути тебя подстерегает сумрак. Так, хорошо. Посмотрим, как выглядит эта грань теней. Либо мы с вами отправимся туда потом, в следующей серии. А сейчас мы побегаем. Я не знаю. Так, кузница тени. Не, ну это точно, это же вторая сюжетная кампания. Так, добыча с советником. А, ну это судья душ. Блин, хотя у нас... Не хочу я эти миссии выполнять. Нужно было ультимейт заюзать, я так его что... О нем забыл. Ладно, погнали. Портал так уж и быть. Не вижу ничего нового. Да, врата теней. Если у нас там был мир ангелов, не очень так уж выглядел, то как выглядит древо смерти? Грань теней. О-о-о, покрасивее, да? Ну смотрите, здесь у нас прямой просто проход. Да и все. Вот это я не понимаю, что у нас за врата, я хочу туда зайти. Походу нам вот это два ключа нужно. Да, смотрите, тут выемки для ключей. Потом мы куда-то попадем. Понятно, что здесь будут сейчас одни враги у нас. У нас хорошо, что никто не поджидает. Добро пожаловать на грань теней, всадник. Лети быстрее, ворона, или твоему брату конец. Что это за место? Это место кажется знакомым. Должно быть.
Это темное отражение хрустальной башни. Мир, где на страже стоят не ангелы, а демоны. Куча обратила их взор на себя. То они здесь увидели, погубило их. А что с ключом? Остался тут, связанный с могущественным хозяином. Так. Знаете, ну выглядит классно. Как, знаете, огромная черная дыра. И реле охерительно выглядит. Так, коняшка. Поехали. Я не знаю, если в принципе... Если не такая уж большая дорога, да, я думаю, то можем доехать сразу до конца и закончить серию, как мы закончили с миром ангелов. Понятно, что здесь будут новые враги, демоны. Что, по книжкам ничего у нас нет? Ничего. Новый вид дверей. Кристальчики. Пугающие звуки. Так, пойдем наверх есть. О, это козерог же. Так, страница. А ну-ка, давай-ка. Лона. Ладно, этим я туда пойду. А тем я... пойду в эту сторону. Релик. Реликвия Хагата. А ну что там ценного? Вороньи косы. Покрытые тайной, как семя темного крепость. Эти косы так. Лучатся темным присутствием и могут вытягивать энергию из тех, кого поражает, и передавать ему. Так, ну в принципе у нас новое оружие. А ну-ка посмотрим в его статы. Пфф, нужен вообще 22 уровень. Блин, они херовые. Буду честен. Они херовые. Мне они не нравятся. Так, погнали с нашим козерогом, поговорим. Пускай нам книги гонят. Ключи. Гони нам ключи. Добро пожаловать в темное царство, всадник. Если ты меня преследуешь... Ничего подобного. Ключики. Я собираюсь заставить демонов расстаться с их золотом, а ты с их душами. Разве мы не похожи? У него ключ. Я ищу ключ. Ну, конечно. Самаэль хранит множество чудесных вещичек в сокровищнице под черным камнем. Я хочу выторговать у него некоторые из них. Но я боюсь, что не все ладно в Красном дворце. Самаэль никогда не позволил бы своим владениям уйти так далеко в небытие. Берегись того, что ты найдешь на троне Самаэля. И кого? Только сплетни проходят сквозь вихри. Они рассказывают о безумной королеве Лилит, которая еще пытается править. Лилит. Почему меня это не удивляет? Самаэль? Самаэль был здесь, когда я сражался с нефилимами. Не сомневаюсь, что он следил за этим с огромным интересом. Демон Самаэль играет в свои игры, а мы все пешки в его руках. Черный камень? Я слышал о черном камне. Да. Трон Самаэля, князя крови, красного странника. У него много имен, но один дом. Не так много от него осталось.
Порча пожирает черный камень, как она поглотила бесчисленные миры и поглотит кузнечные земли, равнин нежити и даже землю. Это порча? Но к чему она стремится? К концу всего сущего. А в этом месте... к небытию. И как нам с этим бороться? Мы и не будем. Твое драгоценное равновесие ей даже на руку. Но откуда мне знать? Я же простой торговец. Нахера ты это врешь? Выбирай, что любо твоему сердцу. У тебя угодного ничего нету. Тебя ждет трудный путь. Хилки куплен. Я знаю. Молодец, что знаешь. Так. Что мне интересует, парнишка? А меня интересует... Или интересовало уже, можно сказать. По карте. Так, у нас... раздвоение. Вот, ты мне должен ключи дать от вот этого, вот. В книге еще много страниц, а у Вульгрима много ключей. Я уже две книги собрал. Почему мне ни одного ключа не дали? Так, в принципе, я внутрь заходить не буду. И я думаю, давайте уже, может быть, на вот этом вот моментике. Хера себе-то что, ураган из лавы? Мини-ураганчики. Я думаю, давайте тогда на этом закончим. В следующей серии я... Или не в, не в серии. Короче, погуглю насчет этих предметов, всякого такого. И вас записываю, где можно все это найти. Можно будет в следующей серии это все вместе с вами поискать. Либо я все найду. И мы просто узнаем, что будет. Поэтому... Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.